нас вложен инстинкт внутривидовой агрессии. Когда рядом появляются другие люди, мы, может, чуть-чуть сначала этому порадуемся, но в целом через какое-то время они нам начинают быть... Вы даже в отпуск едете с кем-то, вас заперли в этой комнате, и вы так думаете, как бы так слинять, чтобы потихоньку как-то раскинуть глазами вокруг. Зачем это сделала эволюция? Эволюция это сделала для того, чтобы мы расселялись. Потому что если мы с вами будем ругаться, нам придется отвалить кому-то. И таким образом мы завоюем новые территории. И когда случится здесь катаклизм, а в природе вечно где-нибудь случаются катаклизмы, наши собратья, вытуренные внутривидовой агрессией, живут в другом месте –